Представители судебных приставов проводят осмотр и оклеивают автомобиль должника, чтобы забрать его на штрафстоянку. Владелец иномарки задолжал «Энергосбыт Плюс» за отопление и горячую воду почти 300 тысяч рублей. Еще более 200 тысяч накопилось в виде пени за просрочку платежей. После того, как автомобиль попадает на стоянку, у должника есть 5 рабочих дней, чтобы погасить задолженность. Если задолженность не погашена, данный автомобиль отправляется на реализацию. То есть составляется полный пакет документов. После торгов, когда машина будет продана, будет погашена задолженность, а что деньги останутся, будут переданы обратно должнику. Чтобы избежать такого развития событий, специалисты компании напоминают, что оплачивать услуги необходимо вовремя. Но если возникла тяжелая ситуация, можно обратиться в клиентские офисы «Энергосбыт Плюс» и решить вопрос с погашением долга в индивидуальном порядке. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.